Поднебесный снег, снег. В Государственном биологическом музее имени Тимирязева с 10 декабря 2014 года по 12 апреля 2015 года проходит выставка «Ковалиная река», посвященная творчеству писателя Юрия Иосифовича Коваля. Хотите отправиться в путешествие на самой легкой лодке в мире? Посмотреть, как удивительные, необычные вещи собраны вместе в историю путешествия? Юрий Иосифович Коваль – советский и российский детский писатель, а также сценарист мультфильмов и детских фильмов, художник и скульптор, автор и исполнитель песен. Один из самых известных и любимых детских писателей СССР и России. Его книги многократно переиздавались и продолжают переиздаваться. За свои произведения он был удостоен множества престижных премий в СССР и России. Книги Юрия Коваля переведены на несколько европейских языков, а также на китайский и японский. По многим его произведениям сняты и продолжают сниматься художественные фильмы и мультфильмы. Как и в литературе, где, пожалуй, нет неосвоенного им жанра, так и в изобразительном искусстве он был исключительно разнообразен. Деревянные скульптуры, эмали, живопись, графика. Вы встретите и зверей, каменные деревянные крыши, людей, птиц, деревья и травы. Выставка напоминает нам о прекрасных книгах «Недопёске», «Алом», «Пяти похищенных монахах», «Приключений Васи Куролесова», «Самой легкой лодке в мире», «Полынных сказках», «Суире-выире». Позволит посмотреть на природу и людей глазами точного и тонкого писателя. Один из самых интересных экспонатов выставки – та самая лодка, проплывшая когда-то по страницам книги.